кнопки. Вау, кейборд. В чем разница? Азерти. Вау. По-моему, у нас так. Это, наверное, лицензионное соглашение, ну, чтобы мы его приняли, не читая. Окей, Spacebar. Какая-то модная техномузычка. Крутой интерфейс. Довольно скромно и стильно. Кредиты. Ливануть. Новая игра. Давайте новую игру. Вариантов нет. Проходим вперед. Честно, не совсем представляю, что нас здесь ожидает. Сейчас мы это увидим. Оу. Воу. Кто это? Что это? В любом случае, мы погасли. Надеюсь, это за часть игры, а не смерть моего компьютера. Итак, заставка. Что-то страшное и жуткое концентрируется в один маленький черный комочек. Как будто дырка в моем мониторе прогорает. Воу. В небесах разверзся ад. Под нами непонятные какие-то субстанции. Так, куда же нам лететь? Да, мы можем двигаться. Я не знаю, в какую сторону нам продвигаться, но буду двигаться каким-то сооружением, нагромождением, или что это такое. Похоже, мы давно уже стали духом. Да, мы не можем вылететь за какую-то невидимую границу. Вижу какие-то пути, дорожки. Shift нас не ускоряет, пробел не дает прыгать. Лететь вверх я боюсь. Может быть, это и надо сделать. Вот какое-то средоточие. Симулятор жизни после смерти? Ух ты. Да, нет русского языка в игре. Но будем надеяться, что мы сейчас все и так поймем. Ну, вроде как я лечу не на свет. Я ничего не слышу. Никаких ваших войсов. Иду вперед. Кажется, я выбрал правильное направление. Воу. Попадаю в центр этого духа и... И... Что же происходит? И... Я воскрес? Да. Я воскрес. Я персонаж, стоящий в нигде. Просто в воздухе. Что ж. Я буду идти туда. Куда идется? Кстати, да, следы расходятся от моих ног. И мой персонаж идет в бесконечную пустоту. Прибавим звук, если что, там будем убавлять. Ничего страшного. Какие-то звездные войны. Довольно мрачно. Неожиданно. Можно прыгать.
Оно нас зовет. Ну, я надеюсь, мы идем на его зов. Типа воды что-то. Кружочки, треугольнички, все это полетело. Видимо, это была телепортация или воскрешение. Если бы это было на русском, скорее всего, это было бы очень занимательно прочесть. Что-нибудь такое обреченное. Про конец времен. Надпись не хочет пропадать, да? Нет, она пропадает. Оу. Лимб. Игра пытается справиться со стримом. Понять, что для нее важнее, стрим или игра. Кстати, да, чтобы не было больше у нас таких лагов, ну, по стриму, я сейчас попробую сделать... Так, для стрима приоритет задать повыше. Ну, допустим, даже реального времени. Воу. Так, для игры. Нет, реального времени слишком жирно. Приоритет просто высокий. Выше среднего. Итак, это наш персонаж. Какой-то странный. Ни он, ни она. Ни то платье, ни то балахон. Капюшон. Управляется он, в принципе, забавно. За что я ругал тут недавно соус-игрушку, да, вот когда нажимаешь назад, он бежит на себя. Но тут как-то управление, оно более отзывчивое, ощущается это все хорошо. То есть, ну, нету прерывистых лагов. Нас приветствует наш неизвестный друг с круглой головой. Как нам ему ответить? Какую кнопку нажать? Вау. Так, Ешка пропускает все эти его реплики. Точнее, подстегивает их. Ай, так. Вот у нас появилось ХП стамина, который тратится даже на прыжки. И непонятные фиолетовые. Может, это мана? Скиллы, умения. Space to jump press. Так. Я вас понял, я вас не понял. А, вот, то есть я могу даже подпрыгивать от воздуха, отталкиваясь вот так вот, ну, как в Шиноби, по-моему. Вау. Попробуем пропутешествовать. Кстати, да. Что делает Кью? Непонятно, что он делает. Так, используйте Б. Это, наверное, клавиши. Блин. Ладно, Ctrl.
Блин, на высоте опасно тестить. Контрол для рывка, я понял. Воу, страшно. В принципе, я перелетел. То есть мы можем совершать двойной прыжок, отталкиваясь от воздуха, и делать рывок. Знакомые с рывками, не помню откуда. Воу. Наверное, какой-нибудь Dishonored. Но вроде преодолели. Активировать Ешка. Ух ты, звук, как будто я меч воткнул в костер. Нет, я его взял. Теперь у меня есть меч. Ну, вот такое вот существо с мечом, оно уже прям практически Dark Souls. Ладно. Так, позиция на рестарт from. Типа это подсказка была, надеюсь. Фрагменты какие-то. This is limbo. Это лимб. Я понял. Welcome. Иди за мной. Да, я английский не понимаю, кстати. Ух ты, появилась снизу менюшка, меч и какая-то фигня, как у Дарка. Так. РБРТ, let's click, правый клик. Рубим мечом. Заряженная супер атака. Здесь я могу здесь так прорубить, а могу с супер атакой. Нормально. Так. Пресс left stick. Shift. Я вас понял. Стамина будет жраться, пока я с супер бегом. Опа, я с супер бегом убегаю. Нет, не успел. У меня будет шанс спастись. Вы нет. Не дали мне спокойно облажаться, да? Я сейчас, наверное, буду умирать, не? Не. Ай-яй-яй-яй-яй, страшно-то как. Все, я забрался обратно. Только смысл в том, что я забрался, блин. Ну, попробуем сейчас разбежаться. Нет, я не долетел. Ладно, пройдем по низу. Они догадывались, что я облажаюсь. А, типа я могу кувыркаться. Спасибо. Кстати, да, интересно. То есть Control позволяет мне не только совершать рывок в прыжке, такой телепортический, но еще и кувыркаться. Вау, как я могу кувыркаться. Пока есть стамина, я могу все, я понял. Честно, удобное управление. Кто у меня сидит на загривке? Такое чувство, как будто маленький. Да, кстати, тот, кто с нами разговаривает, маленький скелетик. Бррр, какая жуть. Здесь такие платформы наставлены, что вроде как можно запрыгнуть, но я опасаюсь это совершать, прыжки. Я собрал какую-то вещь. Здесь явно нет прохода. А вот здесь явно есть намек на проход. Ай-яй-яй-яй-яй, прощайте. Прощайте, я не с вами. Так, я воскрес на том же месте, где и был. Может быть, что-то потерял, может быть, ничего не потерял, я пока даже не понимаю. Вода, выход, блин, мне точно туда? В обратку, точно, мне в обратку. Вспоминаю я этот проход.
Блин, чувствительность мыши проскакивает иногда, наверное, слишком сильная. Хотя не факт. Пока не будем спешить. Вау. Возможно, для боя будет самое то. Музыка расслабляющая, абсолютно какая-то такая безрадостная. Поставил какие-то маски. Мементо активировал. Ну, активировать это хорошо. Активировать надо. Неважно что. Рано или поздно мы это поймем. Воу, инвентарь. Так, наш чар. Виталити, стамина, сила, мистицизм, мудрость, здоровье. Воу, характеристики. Бонус. Ладно. Глифы. Не открывает. Нету. Оружие. Меч. Можем про него почитать. Видим его характеристики. Все среднее. Ну, это логично. Начальная стадия. Есть три вкладочки для оружия. Три ячейки. Видимо, для быстрого приключения в бою. Инвентарь. Эссенция. Какая-то там. Видимо, души. Лайф фрагмент. Короче, оно нас хилит. Надо понимать. Так. Сеттинг. Кодекс. То есть здесь, наверное, будет информация для чтения. Смотрим. Так. Видос, аудио. Так, язык. Ну, само собой, английский. Можно, конечно, на французском для пущей непонятки. Видео. 3D. Все на ультрах. Конечно, он льстит моему компьютеру. Но меня интересует controls. Камера. Вот это, наверное, чувствительность. Немножечко прям снизим. И попробуем продолжить. Потому что вроде как в какой-то момент камера двигается нормально, а потом она раз, раз там какими-то рывками. Может, нам нужно будет для обзора, но... Бррр, уже голова кружится. Так, здесь надо пробежать на шифте. На шифту. На шифте. Все. Я больше не облажаюсь. Только врежусь мордой в стекло. Кувырком прошли. Это всего лишь обучение... ходам, понятно. Файтимся. Вот я о том же. Надо переключиться нафиг из этого оконного режима. Потому что если мышку далеко вывожу, прикольно рубится. Так, но если сильно вывожу мышку, выскакивает менюшка. Так, сеттинг. Ай, аудио нет. Так, видео. Блин. Где? Это я вижу. Так, Control, видимо, вернуться. Так, сейчас попробуем Alt Enter сделать. Сейчас у нас оконный режим. А это типа был не оконный, но, блин, тоже выскакивает. Неудобно. Вот я сейчас максимально вниз увожу мышь, и у меня выскакивает панель управления. Когда это происходит в бою, это очень неудобно. А чтобы держать камеру в определенном положении, нам приходится тут часто елозить мышкой, и мы часто можем именно выбить панельку.
Так, я отсюда пришел. Да. Опять же, быстрое вращение камеры, я уже тут, ну, теряюсь, откуда я пришел, куда мне идти. Идем наверх. Я не успел прочитать, что он мне тут сказал. Ладно, прочитаем сейчас. Open. Чего-то там. Depart. Ipack. Ля-ля-ля. Select. Чего-то. Like. Position. With you. F in game. Короче. Ничего не понятно. F нифига не делает в игре. Ну ладно. Так, прозрачные кусты. Нужно решить, что нам делать дальше, куда собираться и с кем драться. Итак. Локация довольно удручающая. Так. Это всего лишь лимб. Не смогу допрыгнуть. Так, здесь стена. Нет. Нет. Так, за кустами попробуем пройти. Блин, я боюсь рухнуть опять. Перепрыгнем вон туда. Ай-яй-яй-яй. Нет. Это было изи. Так, а вот и пошли враги. Конечно, я их победил, но, блин. Вау. ХПшечка у них вообще визуализирована, как и в соусе. Суперски. Так, нам надо инвентарь. Заюзаем свое восстановление ХП. Так, вижу, побежала ХПша. Платформы, лифты. Понял ничего, ну ладно. Тап. Тап нам что-то мог предложить. Какое-то действие. Это был блок, я надеюсь. Без шансов. Видел еще одного врага, он где-то сверху, да? Сейчас мы зайдем. Да ё-моё. Он не хочет прыгать так высоко. Должен. Воу. Ладно. Я понял намек. К управлению, да, нужно привыкать, но в принципе оно почти адекватное. Так. Какой-то у меня light attack, легкая атака. Ладно. Я прочитал. Так, вперед. Блин. Мне закончить это ужасное чтение. Типа я со спины подкрался и очень нехило его шарахнул. Это лайт атака, ну, понятно. Можно, короче, ассасином подкрадываться с задницей всех, это тыкать мечом. Вау.
Стилизовано, конечно, все угловато, треугольно, квадратно. Куда мне теперь двигать? Попробуем. Я, короче, не маньяк, чтобы идти на эти платформы. Да, кстати, прочитаем. Увы, я там уже убил моба. Видимо, надо было его убить в прыжке сверху. Ладно. Поверим, что это работает. Ух ты, блин, вращение камеры. Камера мой главный враг. Если мы вообще занизим ее вращабельность на максималку, это будет жестоко по отношению к нам. Воу, тут можно махать мышью, поворота вообще практически нету. С другой стороны, есть плюс. У нас нету бесконтрольного этого дергания камер. Можно чуть-чуть ее увеличить. Скажем так, повышать ее чувствительность с повышением нашего скилла. Вот почти как в Дарке, то есть не сильно рывками. Платформа. Это все изи. О, этот мелкий с наших плеч. Жуткий персонаж. Жаль, нету нормального русского. Было бы классно. Вообще игра смотрится. Она смотрится. Космический пейзаж, какие-то непонятные нагромождения. То есть это довольно жутко. Вай. Меня дамажит эта субстанция. Короче, это типа лавы. Ну, не знаю, может это не лава, но... типа. Не стоит соприкасаться с этой жижей. Блин, почему я не могу повернуть камеру? Мне что-то показывают, рассказывают. Я пытаюсь, короче, развернуться вот сюда, но мне не дают. Камера прям зафиксировалась. Ай, фук. Ну что же за... что за дела? Блин, какой-то платформер прям. Зарубили. Рубило здесь, в принципе, ну, ощущается приятно. Я пока не заюзал все его механики. Тот же блок я пока еще не ставил. Странные существа. О, так и они убиваемые даже, да? Типа призраков, окей. Хорошо, что я их зарубил. Блин, очень неожиданно камера встала в положение аркады, и игра превратилась в аркаду. Не упасть бы, не упасть, фух. Блин, только что я играл в 3D-шку, и вдруг... Ух ты.
прыгаем. Ай, блин. По-любому мне туда. Закрыто. А, восстановить ХП. Это мало ли. Инвентарь. Заюзать. Немножечко отрегенимся. Здесь не перепрыгнуть, увы. Так, здесь предел. Воу. Конечно, круто. Мы даже можем бегать вперед-назад по этой платформе. Ну понятно, это как бы игра-то, ну, 3D. Вау. Спасибо, что развернули. Опять же, я не могу здесь вращаться пока что. Это идет опять платформер. Но немного с 3D-позиционированием вдаль, вблизь. С фиксированной камерой. Активируем. Что мы активировали? О, я поднял ту решетку. Понятно. Через которую я не мог пройти. Нам не дадут спрыгнуть? Боюсь, что они могут. Не буду рисковать. То есть такой, ну, пространственный платформер получается. Интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Теперь я хотя бы воскресну. Так, у меня было 180 какой-то фигнюшки. Это, наверное, из мобов. Да, она осталась. Это радует. И ХП восполнилось. Я у этой... У обелиска с масками. То есть это значит наш респ. Не знаю, что это, но я не могу его заюзать. А это... Типа костра. Воу. Бежим вперед. Типа перезагрузили локацию. Тут все вроде на месте. Как и мобы. Ну, давай. А нифига не заблокировался. Кушка-балок, надеюсь. Попробуем на следующем. То есть пока идет 3D, потом станет платформер. Так, он восстал, да? Оу. Минус один. Вот о чем я говорю. Очень мешает эта вещь. Ух ты. Блин. Никаких блокировок не будем тестить, хорош. Не работает нифига эта блокировка. Кстати, легче сдохнуть и отхилиться. Ну, если это никаких последствий не несет, а оно, походу, не несет. Да, кстати, можно вот это заюзать, нет? Да? Да, юз душу. Заюзал, у меня теперь 370 душ. Так, по этой вещи мы не можем бегать, это типа лава для нас. Воу. В
Блок. Блокировать. Попробую. Воу. Эй, ты. Чудик. Да. Сработало. Короче, здесь блок гораздо жестче, чем в дарке. В дарке надо было, можно было нажать, держать, он блокирует удар, да? Здесь надо как-то вовремя еще успеть этот блок выставить. То есть он очень, очень краткосрочный. То есть нужно реально отбивать удары. Ладно. Так, я, по-моему, куда-то не туда. А может и туда. И туда, и сюда. Нет, явно нет. Нам на платформу. Вау, стоп. Ладно, ждем, когда она спустится. Пока что мы можем позволить себе вращение камерой. Но вот здесь... Ай, обожглись. Все, здесь переходит в платформер игра. То есть здесь уже только вид сбоку. Блин, 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 блин. Я опять... Я почти умер, да? Они надо мной поиздевались, дали мне якобы шанс выбраться. Но это лишь иллюзия. Увы. Ладно, сейчас здесь, в принципе, маршрут несложный, не очень далекий. Мы сейчас добежим. Опять же, очень огромный по ощущениям мир, ну, этот лимб, да, то есть он... Не знаю, тут очень странные законы физики, видимо, в нем работают. Какие-то враждебные сущности, которые, кстати, дамажат просто от того, что я к нему близко подошел. Прыжки здесь, в общем-то, очень такие, ну, бодрые. Все, хорош. Никаких там выкрутасов. Минус враг. Все очень невнятные, как, собственно, и наш герой. Враги так же невнятны. Не буду я перепрыгивать, я спокойно обойду. Тут осталось? Видимо, нет. Так. Нам нужна платформа. И я ее вижу. Она здесь. Перепрыгиваем. Мы и так уже закоцаны маленько. Так. Главное не упасть. Лучше... Ну-ка, давай сюда. Все, тупо зарубили. Это было легко. Если сильно не заморачиваться. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Не туда, не туда.
Дело во мне, дело не в игре. С игрой все в порядке. Это я не молодец. Нубам вообще нельзя давать такие игры, но сегодня в виде исключения. Я сказал нет. Ну же. Воу. Ну, давай. Ах ты, блин. Не получилось ниндзя изобразить, да? Короче, проще даже не хилиться здесь, а именно, ну, рестарт через рип. Потому что я потратил свои отхилы, а в этом нету никакой необходимости, острой, по крайней мере. Групп. И теперь ты труп. Платформа. Не понял я, он через меня мечом прошиб или просто задел? Потому что хп как-то все снижается и снижается. Вроде не было звука попадания. Я не заметил. Посмотрю со следующим. Не факт, но посмотрю. Попробую. Тут потому что будет сейчас 2D-шный. Все, перешли в плоскость. То есть сейчас мы с ним на одном находимся уровне. А может и нет, кстати, я не понимаю пока. Ух ты, надо уходить. То есть, типа, я могу вокруг него даже бегать. И не всегда могу попасть. То есть, он может стоять чуть глубже, я чуть ближе. И мы можем рубиться на одном уровне. Но он, например, в меня метит, а я тупо в воздух бью. Так, слушай, я в прошлый раз здесь нормально запрыгивал. Вот он, да. Обходим их. Они тоже пытаются драться. Какие... О боже, они меня убили. Это был не просто прыжок. Кстати, да, душ у меня ноль. Душ у меня ноль. Видимо, нельзя было так умирать. Ладно, цель номер два. Посмотреть, смогу ли я сейчас... восстановить свои души? Нет. Полюбас, это была моя прокачка. Мой шмот. И вообще успех в этой жизни. Итак. Да, блин. Ну, давай. Достал меня. Не знаю, какой надо быть... Какой наркоманией надо обладать, чтобы поставить нормальный блок. Поэтому все. Лучшая защита — это нападение. Блин, он с разворота... все-таки меня решил ударить и убить. Почему случайные прохождения гораздо лучше, чем потом осмысленные? Когда осмысленно начинаешь уже долбиться в
врага, начинаешь совершать ошибки, умирать с каких-то, не знаю, рандомных кастов. И я понял, что враг, грубо говоря, любой его взмах мечом, который я позволю ему сделать, попал, не попал, он потенциально он меня ранит. И никакой блокировки ему больше. Вот он меня задел во время отхода. Все, я его сбил, его каст своим ударом. Прыгаем дальше. Так, бежим навстречу. Кстати, уже, да, тот случай, когда ты... Все. То есть я восполнил себе души с них, получаю. Тот случай, когда ты уже знаешь каждую платформу и можешь закрытыми глазами прыгать с одной на другую. Да, это как бы соус механика. Вот он сейчас с разворота рубанул, засранец, и меня ранил. То есть они, блин, снайперы, я понял. Со спины? Он попытался восстать, но мы его зарубили. Зарубили себе на носу. Зарубили его в колбасу. Так, платформер. Я иду к тебе. Опять же, в платформере можно рубиться не только вперед-назад, да, еще по диагоналям и к экрану от экрана. То есть это новое слово, скажем так, в платформерах. То есть самые эффективные защиты мы первыми нанесли урон. Первыми его, скажем так, вывели из равновесия. Нанесенный урон очень постепенен, то есть, ну, мы видим, он тает, красная полоска ХП становится желтой и тает. То есть это, в принципе, визуальный эффект от Дарка. Не помню, здесь уже у нас открыто. Не знаю. Сейчас будем смотреть. Ай. Вот, это мы откроем сейчас. Блин, мы уже открыли заюзано. Решетка, значит, открыта. Надо бежать туда. Туда, куда. Я. Бежим туда, не знаю куда. Явно вперед. Вперед и только вперед. Фух, чуть не улетел. Вроде получилось. Вау. Жестко. Двойной прыжок против всех бед. Все, получили здесь возможность опять играть в 3D-шку. И... Так. Пресс чего-то там, LB. Я, короче, его не понял, но... Типа мы начали атаку с правого клика. Ну же. Какой-то супер, блин, это комбинации приема. На самом деле это правая клавиша мыши, которая с заряженной атакой начинается.
Так, один раз махнул. Если держать клавишу, наносит двойной. Один раз бьет сверху. Зажать ПКМ делает супер сальто. Ай-яй-яй. Засранство. Мне надо опять эти платформы перепрыгивать. С моим-то ХП. В моем-то возрасте. Вообще мы похожи на маленькую смерть. Нам бы косу. Вау. Бобо. Итак. Опа. Фух. Так, надо заюзать вот эту фигнюшку. Не знаю, что это. Окей. Этерболт. Короче, какой-то болт. Так, смотрим. Инвентарь. Ничего нету, никаких болтов. Персонаж. Все пока что так же. Здесь он какие-то ячеечки. Видимо, для чего-то. Не знаю, может быть, это просто глюк. Интерфейс. Так, меч. О, вот он. Тот самый болт. Ставим в эту ячейку, да? Эй, ау. Не туда. В этот слот, да, экипируем. Надо же, я даже без русского языка разобрался, что куда экипировать. Так, этим мы можем... рубить. А где наш болт? Тап. Сейчас мы найдем. Так, это убрали интерфейс. Кстати, да, кнопочка, выбирающая интерфейс для общего хардкора, а может для скринов. Сорок одна душа. Не знаю. Донесу ли я их куда-то. Угу. Клавиши с цифрами меняют оружие. Теперь я могу кидаться болтами. Ну, то есть, вы меня понимаете. То есть, чтобы я не жал, кидаю болты и трачу фиолетовую ману. Блин. Опа. Это было. Не только я могу кидаться болтами. Урок усвоен. Продолжаем. А продолжаем мы опять сначала. Потому что я не находил пока что обелисков сохранения. Ну, таких вот. Типа костров. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Рубанул, но не попал. Ух ты, под юбку заглянули. Мимо. Нужно лучше целить.
Ну, ЕПРСТ, ну что же это за враги такие? Что-то с камерой случилось опять. Не хочет она нормально работать. Все, почикали. В общем, пока не научимся идеально проходить, нам игра будет... Нас игра будет тыкать носом и заставлять пробегать одни и те же платформы. Мне кажется, ли он попытался отойти? Воу. Воу. Нет, аккуратно. Так, болт у нас уже есть. Ну, какие-то, как бы, обретения сохраняются, но вот у нас сейчас опять душ 150 всего. То есть мы их теряем. Это за этих засранцев, каратистов, блин. Надо посмотреть, кстати, управление. Да, есть такая мысль. Ну, когда не знаешь английского, это гораздо лучше. Так, кейборд, контроллер, control stack, jump space bar, интерактив, dash row control, так, sprint shift, IT alt, это пока мне не надо, так, левая атака, heavy атака, паре Q или A, что за A? Ладно. Парирование. А, наверное, это в другой раскладке клавиатуры. Камера. Осмотр. Воу. Middle mouse. 2-1. Переключаем оружие. F. Quick S. Так. H убирает интерфейс. Ничего не понятно. Ничего не изменилось. Быстрый доступ к инвентарю. Так, и еще. Вспомнил, что я хотел. Что-то средняя клавиша мыши нифига не меняет. Ладно, видимо, не сейчас. Вот сейчас вот пытался развернуться, и камера просто проскочила 360 градусов. Или 180, неважно, но очень много. Для ее чувствительности это, ну... Так, видео. Нет, controls. Чуточку пониже. Либо это просто какой-то баг именно на самой камере. Ладно.
не так. Сделаем это по-другому. Я же запрыгивал. Так, они сейчас издеваются, да? Камера перестала слушаться. Это стал платформер. Видимо, чтобы предоставить мне возможность запрыгнуть без проблем. Засранцы. Окей. Блин. Как бы это должно быть обзор камеры. Middle mouse. Давайте изменим его. Я не могу менять? Видимо, нет. Middle mouse. Но ведь до этого меня грохнули, здесь не было такой привязки. Вот что странно. Это я понял. Я пока что не понимаю логику, каким образом игра решает, что мне нужно сейчас... Ой. Играть в другой раскладке. Я хочу, например, нацелиться на того врага, да? Но я явно сейчас это не смогу сделать. Уходим. Блин. Так. Меч и рубим этих призраков. Меня сейчас убьют? Обязательно убьют. Этих я хочу просто пробежать. И убежать вон туда наверх. Вы же тоже не можете прыгать, да? Читаем. Короче, прыгайте и убивайтесь. Ох, я разбился, ударившись о землю. Кстати, невысоко прыгнул. Так, ладно. Надеюсь, меня теперь не будут привязывать к тем платформам. Оставят мне 3D-шный обзор. Энергии дофига. Можем себе позволить такой пробег. И двойной кувырок. Тройной аж. На обратке попал, да? Гад. 240 душ. Это явно не с него. Это явно у нас за предыдущий. То есть, если нас убивает не моб, а мы разбиваемся, души у нас сохраняются. Ну, как я понимаю. Мы его подрубили, сейчас он перевоскреснет, и мы его убили. Все. А вот он и попал по мне. 300 душ. Как бы мне обналичить этот душевный кэш? Это, конечно, интересный вопрос. Видимо, мне рано знать на него ответ. Повезло. Ну, нет, в целом не повезло. В целом, да, ты тут как бы участвуешь в этом убийстве. Но, зараза, враги могут тебя легко зацепить. Возможно, требуется некоторый опыт, чтобы не позволять им так тебя цеплять.
не давать им атаковать. Пробуем еще раз. Так, идем вперед. Просто не давать им времени опомниться, но если по тебе будут стрелять и врагов двое, тут уже немножечко другая ситуация. Так, подойдем поближе, где-то... Ага, залезли. Те призраки пускай ходят. Не хочу я с них души стрясать. Пока не пойму, куда их вообще тратить. Уже лучше, я надеюсь. Так, здесь меня отпустило. И, надеюсь, больше не притянет. Все. А то, блин. Блин, ё-моё. Вау. Да, иногда надо 2D вид мне переключать, чтобы я не падал таким вот позорным образом. Игра не сложная, это я криворукий. Но души остались. Сейчас я могу еще раз подоить мобов. Короткий удар с ПКМ-ки. Ну, блин. Все, они, то есть, как и в дарке. Когда противник поймал кураж, он все, он пытается сделать после первого попадания, пытается завершить свою ротацию. У него там 3 удара слева, справа и потом добивающий сверху, да? То есть, все, если попались, лучше либо отойти, либо убить его. Пускай сверху тот стоит. Ладно, он вообще мне не нужен. Вау. Надеюсь, это не бесконечную башню нам надо преодолеть. Так, здесь зачистили. Да и этот нам особо сильно не мешался. Я его, конечно, убью. Блин, я подзавис. Ну, вроде бы попал. ХПшечка все снижается и снижается. Дальше будет жестко. Ну ладно, посмотрим просто сейчас еще, куда я смогу дойти. Докуда. На каком этапе я помру. С какой платформы я упаду и разобьюсь. Смогу пройти хотя бы до туда, докуда я уже дошел. Или не смогу. Или вот этот станет моим последним. И да, кстати, мечи здесь задевают стены. Мы слышим звон. Даже когда здесь вроде как ничего нет. Не, ну прикольно, прикольно, молодцы. То есть это лучше, чем в недавней игрушке, когда там мечом бьешь стену, а там никакого звука, то есть ее просто, ну, просто пустота. Как я его порезал. Довольно-таки эффектно. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть мне надо, грубо говоря, от какого-то тут мини-камешка оттолкнуться.
При прыжке. Я задел? Нет? Кажется, нет. О, как тяжко-то! Он идет вдоль стенки? Да. Воу. Я так и знал, что я не дойду далеко. Я просто хотел пройти с идеальным ХП. Блин, если бы я был Пиноккио, я смог бы уже зажимать Enter на клавиатуре своим носом. Итак, идем вперед. 540 душ. На самом деле я выфармливаю топовое количество душ, чтобы потом вкачаться и пройти всю игру на одном скилле. Или с рарным шмотом. Раз, два, ну. Так, это я сейчас облажался. Долго играющим ударом промахнулся и получил тут же от него ответку. Игра о долгих скитаниях. Кстати, да, если я выйду здесь, я нападу на него. Плюс 30 душ. Убью вот этого. Обкарнали. Возвращаемся назад. Так, платформа. И двигаемся. Да, суть игры как и Dark. Немножко другой у нее, очень немножко другой визуал. В плане здесь не замок, здесь что-то идет такое потустороннее, футуристическое. Враги невнятные. ГГ невнятный, то есть здесь нету рыцарей, нету доспехов, нету каких-то там каменных, не знаю, коридоров. Здесь происходит, в принципе, происходит то же самое. Мы прыгаем, убиваем врагов, падаем. То есть игра пытается заставить нас идеально проходить свои дизайнерские извращения. Вот как бы элемент платформера налицо. Так, сейчас нас переключили опять на 3D-шку. К тому я не пойду, нафиг это обучение. Попробую сразу промчаться вот по этим загогулинам. Надеюсь, мне сейчас дадут туда запрыгнуть без привязки к... Да. Как ни странно, я теперь в свободном движении. Так, в меня попали стрелки. Ах ты, блин. Двоих я не зарублю. Уходим. Уходим, запрыгиваем. Разворачиваемся и показываем им всем фак. Главное не упасть. Главное, как я понял, разбежаться и не убиться, да? Что тут от нас хотели? Когда падаете, юзайте прыжки. Сейчас мы будем падать.
То есть мы смягчили падение своим отталкиванием от воздуха в прыжке. Взяли какую-то супер-мега-эссенцию, да? Воу, у нас есть и хпшка, юзаем. Есть и эссенция души. Продолжаем свои похождения. Вот он спуск. Ой-ой-ой-ой. А можно затормозить? Или подпрыгнуть, чтобы не разбиться. И, наконец-то, сохранялка. Теперь нам не придется проходить это адское приключение повторно. Обучение, я бы даже сказал. Что-то здесь пошло не так. Видимо, я понял, зачем нас сохранили. Даже звуки, как в Дарке. Ты облажался, большой брат. Призрачные сущности. По-любому, это чьи-то души. Это, наверное, тюремщики, а это, наверное, какие-то бедные заключенные. Ага. Как бы не так. Мимо. Норм. Зачищено. Готово. Фух. Камера перестала слушаться, вылез этот человечек, стал говорить что-то стал говорить. Говорит много бесполезного на неизвестном нам языке. Если сейчас появятся дроиды, стреляющие красным лазером, будет, в принципе, это, ну, Звездные войны. Ух ты. Что это? Мне нужен ключ, чтобы открыть эту штуку. Этот портал, дверь. Не знаю, что это. Посмотрим, смогу ли я забраться здесь. По сути, по этим кубикам, почему бы и нет. Сама дверь. Так. Нам тут материал для запрыгивания обширный. Ух ты. Двойной просчет с моей стороны. А вот с вашей, ребята, вы вообще облажались. Что это? Сундук. Офигеть. Сундук выглядит как сундук. Какие-то там кристаллы. Ну-ка, ну-ка. Конечно, юз один. Восполнил хп. Понятно. Пока те там стоят и втыкают. Посмотрим, что нас ждет здесь. Угу.
Что ж, рубить мобов. Ну, иди сюда. Вот и все. Хорошего помаленьку. Уже под 1000 духов у нас. Эссенции или что это там у них было. Вау. Не пойму, ты ко мне спиной был, да. Все, умер. Кто это? Трупы. Что мне с ними делать? Непонятная фигня. Ладно. Воу. Рычаг. Вижу забавный намек, что можно запрыгнуть туда и забрать какую-то штучку. Также здесь было типа двери что-то. Блин, не хочу я сейчас туда прыгать. Сверху спрыгну. Идем вперед. Вау, кристалл. Нет, я не могу это сделать сейчас, да? Наверное, заряжает меня энергией. Фиолетовый, судя по цвету. Все должно быть просто и логично. Так. Спасибо, что не платформер. Так, странное место. Сердце Лимба. Ну, спасибо. Ничего опасного. Я здесь не вижу. Воу. Кто эта женщина? Я нашел ключ. Маленький человечек. Говорит нам очень много полезной информации, которую мы все равно не поняли. Да, кстати, он слез у нас с плеч. Значит, это не совсем боевая зона. Надеюсь. Воу. Активируем. Вот это уже пошла прокачка. Виталити, стамина, сила, мистицизм. Виталити, здоровье, да? Три стата. Раз. Так, health. Базовый 80, стало 85. 90 по пятерочке прибавляем. Стамину.
силу. По одному бы вот так вот накинуть. Физикал дамаг тоже чуть-чуть поднимем. Видимо, все. Катарсис. Глифы. Ок. Готово. Готово. Вон хпшечки, полоска стала чуть длиннее. Стамины, возможно, тоже. Что-то вроде местного снега. Или воды, или тумана. Тут, наверное, больше нам ловить нечего. Там что-то светится. Очередная подсказка. Бояться тут нечего, да? Угу. Там. Поговорим с этой ключницей. Она, по-моему, не по-английски нам тут что-то выразила. Так, так, так. Центральные. Место сохранения. Сейвимся. Какой-то колодец, или как он там называется. Так, и нам надо идти, видимо, к двери. К двери. Блин, а тут дофига дверей. Раз, два, три. И там еще была. И здесь, короче, вокруг одни двери. Что ж, откроем первый попавшийся. Я думаю... Я не могу открыть ее. Я не имею ключа. Что ж. Очень странно, потому что мне казалось, что у меня есть ключ. The weapons. Так, это ключ. Limbo gate. Заюзали. Вау. Инвентарь, что это такое? Марков. Юз. Что-то юзаем. Вау. Что произошло? Понятно, что я резнулся. По-любому без этой штуки. Нет, она у нас есть. 65 душ. Ладно. Терпимо. Пробуем сейчас открывать двери ключом. Не тот. Не тот. Блин, здесь дофига дверей-то. Опа. Это кто такой? Ничего нету. Валить нафиг. Ничего не буду им продавать.
Так, здесь явно нечего делать. Странное место. Какой-то красный огрызок. А, ну здесь мы вкачивали свой левел. Опять же, двери, ключ которым не подходит. Наверное, нам надо искать ту, которую мы нашли в начале. Либо вот эту открыть. Торчат крутые мечи. Конечно, не такие крутые, как у меня. Заперто. Выходим. Так, мы пришли отсюда по этой тропинке. Угу. Так, бежим к тем воротам. О нет, они резнулись. Не столь страшно, не столь важно. Ведь я их сейчас убью. Минус раз. Пока тот нас не видит, надо убить этого. Два. И пока он в задумчивости. Нет. Он ждет нас совсем с другой стороны. Делаем комбо. Все. Прощай. Опа. Я так и знал. Половина стамины жрет. Он сбил мой каст. Молодец. Свой тоже не стал завершать, да? Ух ты, контрудар. А вот и нет. Сундук уже открыт. Ладно. Я этого... ожидал. Продолжаем свое движение. Я вижу те ворота. Срежем путь. Не тот ключ. Хм. Теперь я совсем потерял маршрут, куда мне надо идти. Ну ладно. Идем в сердце Лимба. Посмотрим там. Так, управляем камеру. Так, шли мы здесь. Декоративная дверь. А, восполнятель маны, похоже. Яма. Мрачное местечко. Вот мы пришли. Заюзали это место. И должны идти, по сути, вот сюда. Ну, тут все заросло. Тогда идем. Вдоль стенки. Дальше. По мосту к тому торговцу. Что будет дальше за ним?
Здесь нет ничего. Нужно посмотреть сверху. Либо поговорить. Это какой-то чел типа меня, да? Тоже в капюшоне. Ничего толком не сказал. Ладно. Ай-яй-яй. Вот мы и наверху. Типа эти блуждания должны меня расслаблять. А если я пойду туда? В эти непонятные текстуры. Я тут явно не был. Что ж, исследуем. Наслаждаемся дизайном. Продвигаемся вперед. Пытаемся запрыгнуть на незапрыгиваемые. Воу. Я, похоже, сейчас выйду на ту же тропинку, по которой зашел в сердце. Есть спуск. Бесполезный пятачок локации. Можно отсюда вылазить. Точно ключ не подходит. Ну ладно. Движемся дальше. Здесь, понятно, это вход. Так, быстрый пробег. Ого. А вот и следующий выход. Ну да, нормально. Это как в соусе. Обошел все и нашел потом совершенно обычный проход, который изначально тебя ждал. Ну что, ребята. Минус раз. Минус два. Оу-оу-оу. Нет-нет-нет. Два сильных удара и нет врага. Изи. Собственно, как в соусе. Та же абсолютно механика. Это как будто бы вот там мертвецы ходили тоже на один удар. Вот это они. Так, сейчас лучше не связываемся, пока нет стамины. А теперь можно. Он успел? Нет, и я успел. Мы, короче, одновременно. Парня нет, ищем следующего. То есть с разбегу можно нанести удар, да? Даже по КМам. Вау. Я же могу не только по КМам, ЛКМ тоже существует. Для ударов. Огромный бесполезный мир. Как это прекрасно.
Типа там сердце, а там что? Почки и легкое? Какое-то древо. Жутко, надо туда сходить. Опа, стрелки. Это был бластер? А, у него еще есть и ближний бой. То есть он такой это, многофункциональный. Окейушки. Я же сейчас буду недалеко. Мы встали лицом туда, куда нам надо идти, и мы туда бежим. Нет, стоп. Сюда. Ну, как бы да. Срезать путь. Я не против. А, я слишком сильно срезал путь. Так как меня убил моб, у меня отобрали все души. Любимые занятия. Souls игр. Не туда и не сюда. Ну тогда вариант лишь один. Вот сюда. Убиваем также всех по одному. Воу. Я сказал по одному. Давай, наноси удар. Облажался? Поймай. Лови, лови. Опа. Теперь моя очередь облажаться. Все, минус. Кто первее жмакнет, да? Кто соблюдет дистанцию? Тут все просто. Игра на голзамер. Типа ушел от моего удара, отшагнув. Конечно, нанес контрудар, но я все-таки тоже успел что-то ему нанести. Так, там еще один был. Вот он. Двойной удар. В принципе, можно забить на те деревяшки со стрелком и пройти вперед. Вау, как страшно. Посмотрим, что здесь. Во-первых, раз. Непонятная фишка. Занятно. То есть здесь все заблокировано. Короче, я понял, у меня нет вариантов. Мне нужно идти и умирать дальше.
суть игры нам всем понятна. Умирать, воскресать, проходить. Умереть сильно мы не можем, потому что мы уже, как я понимаю, мертвы и находимся в каком-то загробном мире. Есть враги, есть платформы, нужно прыгать, бегать. Иногда игра меняет свой вид с 3D на платформер. Прокачиваемся. И далее, далее, далее. Опять же, смотрим на стилистику. Стилистика очень невнятно угольная. Стилизованно, симпатично. Вообще, как бы считается соусообразной игрой. Да, я не спорю. Это, ну, реально механика соуса. Убиваем мобов с таким же ощущением, с таким же звуком, с такой же реакцией, но соус делает не только его механика, а весь его визуал. Как бы это две составляющие, которые должны быть вместе. Визуал и механика. Мы пару дней назад видели соусовский визуал, но без его отточенной механики. Сейчас мы видим его отточенную механику, но без его визуала. То есть такое ощущение, будто бы эти игры, ну, кто-то взял и разделил. То есть если бы мы сейчас здесь видели не абстрактное нечто, сооружение, да, а это был бы замок. Все вот эти платформы были бы реалистичными руинами стен. Валялись бы обломки, камни, текстура камней, был бы мох, росли бы деревья. Воин был бы у нас, ну, даже если мертвецом, но человекообразным мертвецом. С мечом, со своими какими-то там, не знаю, особенностями, внешностью, которую мы настраивали пол игры, то есть большую часть времени в игре мы настраивали ему лицо, заходим и видим его разложившуюся харю. Как-то так. То есть, я думаю, нам было бы интереснее бегать в более реалистичном окружении, чем это нечто. Но судить вам, я показал все-таки возможность окунуться в соус-механику здесь есть. Есть спокойная, размеренная музыка. Она не несет той тревоги, что была в Дарке. Хорошо это или плохо, опять же, решать вам. Думаю, локации здесь могут быть совершенно разнообразными. Я вон вижу там вдали зеленое свечение. Скорее всего, где-то будет красное. Будут разные территории с текущей лавой, дамагом. Более чем уверен, что в трейлере эта игра максимально похожа на Dark Souls. В моем обзоре, на что она похожа, судить вам. Итак, предельно пустой мир с агрессивными существами, стоящими где-то там в ограниченных количествах, ждущих на своих местах, не патрулирующих зон. Просто, видимо, это такие, ну, сонные стражи, которые, как и эти пассивные стражи-призраки, стараются удержать внутри души в лимбе. Видимо, это просто добровольцы, добровольная дружина. Что ж, посмотрим, что там около дерева делает тот стрелок, который очень метко нас подбивает. Но пока он будет перезаряжаться, мы его будем бить. Минус один. Да, есть аналог дерева. Подобие реальности, просочившееся в эту локацию. И что-то мы здесь нашли. Фрагмент. Очередной фрагмент.
что с ним делать. Посмотрим инвентарь. Мы уже много чего нашли. Вау. Нет, нам не надо эту маску сейчас юзать, хотя... Мы юзали ту маску, давайте поюзаем эту. Не можем. Ладно. Продвинемся немножко по карте, посмотрим, возможно, этот осколок, он как ключ к дальнейшему прохождению. Бедные души. Стоят безвольно в ожидании конца времен в своей бесконечности. Странная была механика. Я, конечно, понимаю, что я его якобы задел, но я стоял к нему спиной и совсем без оружия. Удар был нанесен мимо. Но... Не помню в соусе, чтобы игра засчитывала удар, который фактически не задевал хитбокс врага. То есть, а здесь я стою спиной, ударяю, могу стоять сбоку, ударять и якобы задевать его хитбокс. Это так же, как в недавно виденной нами игре. Там тоже хитбокс можно было задеть не только... Не столько фактическим ударом. Так. Что мы можем сделать с этой маской? Было бы хорошо узнать. Не работает в лимбо. Что-то есть у нас кроме лимбо. Надеюсь на это. Не могу заюзать. Видимо, маска не сработает. Ладно. Попробуем в инвентаре выбрать вот этот шип. Быстрый доступ. Так. Вау. Убираем оттуда нафиг маску. Берем шип. Не знаю, как пользоваться этим быстрым доступом. Но, видимо, никак. Он отказывается работать. Что-либо вытворять здесь. Понятно, что я должен что-то сделать здесь. Вопрос с чем? Как? Как бы вариантов не очень много. Ладно, попробуем.
Сейчас увидим, как мы это можем юзать в быстром доступе. Вроде как заюзалось. Вроде как тоже, вроде как тоже. Или мы его просто выкинули из быстрого доступа. Ладно. Ставим шип. Увы, не сработало. Ну и само собой здесь ничего нету. Игра должна давать подсказочку, но, блин, видимо, она дает там подсказку, что не здесь, не сейчас. Смотрим внимательно по сторонам. Пробуем спуститься. Нет, здесь нет ничего. Непонятные руины. Преодолеваем пространство. Так, смотрим. Можем ли мы пойти туда? Нужно ли нам идти туда? Нет, ты меня не убьешь. Вот почему. Теперь твоя очередь. Только достань. Это все. Что есть тут? А ничего, а пустота. Наверху? Наверху, возможно, что-то есть. Пробуем туда добраться. А проще пареной репы. У меня нет репы. Да и не знаю, как ее парить. Окей, один. Что ж. Смотрим на этот лимбокей. Попробуем. Может быть. На самом деле он к чему-то подойдет, откроет какую-то дверь. Больше на верхах я не вижу никаких признаков полезности. Сходим еще раз. До того, как ломиться в дверь, да, кстати, разобьемся и как раз попробуем у портала и... Да, ну, наконец-то. Я думал, никогда не умру. Нужно попробовать этот ключ у портала. Вдруг он откроет что-то. Здесь. You don't have a key. Попробуем этот кей. На этот уберем. А этот попробуем. Я все равно нуждаюсь в ключе. Какая бы дверь
перед нами не стояло. Человечек, та непонятная женщина с большим гигантским ключом. Может быть, она что-то нам скажет? Нет, она опять что-то пробубнила. Здесь лежат ее крутые оружия рядышком. Либо кто-то ей оставил их. Что ж. Нет, конечно, замечательно. И этот... Ну-ка, ну-ка. Закрыто. Не открывается и закрыто. Думаю, я могу сейчас не отвлекаться на господинов монстров и просто идти по своим делам. Ведь они меня даже не преследуют. Да, не забываем о контроле, который позволяет нам преодолевать многие ловушки и провалы за счет своего шифта в прыжке. Опять мы увидим это место. Как здорово найти два ключа и не знать, от чего они, к чему их применить. Ладно. Я думаю, стоит сделать небольшой перерыв и продолжить уже после него. Возможно, что-то придет в голову, нас осенит. К чему может быть вообще все это приключение? Всем спасибо. Всем всего.